Хочу познакомить сегодня со своим многострадальным гаражом, который я наконец-то отвоевал и где активно навожу порядок, а также пытаюсь устроить все на свой быт и лад. С вами Дмитрий Мановаров, здравствуйте. Уже много что было сделано. Ну, например, лишний хлам был выброшен, стеллажи организовал, печку вот дровяную поставил, чтобы зимой топиться можно было. И, конечно же, приспособил старую ненужную мебель под гаражные нужды. В подвале хлам немножечко подраспихал по углам, дров заготовил. И, в общем, идей тут еще целую кучу имею, и есть некоторое видение, как что переставить, что во что превратить. Хочу в итоге получить свою такую крафт-студию, в общем. Поэтому никуда я не пропал, не бездельничаю, канал тоже не забросил, просто занимаюсь сейчас гаражом. И для начала решил спустить часть ненужных вещей в подвал, чтобы наверху под ногами не путались. Поскольку подобные работы не требуют высокой точности, разметки и красоты, берем ПЦшку и спускаемся шуметь выстрелами в подвале. Несколько выстрелов и стеллаж с помощью расчесок и дюбелей прикреплен к стене, уже упасть не должен. А чтоб не шатался, взял еще и перфоратор. Просто взял и притарабанил его к стене с помощью дюбель гвоздей. Опять-таки, разметка не нужна. Куда буром уперся, дам отверстие и просверлил. В общем, начало работ положено. Буду держать в курсе. До новых встреч. Пока.